Чингис, который считает Синана ответственным за закрытие его бизнеса и плохие вещи, происходящие в его жизни, задерживает Зейнеп, чтобы отомстить. Отсутствие Зейнеп, укрывшейся дома, беспокоит Айсель. Наконец он звонит Генюлю. Генюл начинает беспокоиться о ситуации. Он также звонит Синану, но Синан не знает, где находится Зейнеп. Синан немедленно начинает искать Зейнеп и сначала отправляется в Шуле. Но он ничего не может найти. Пока все пытаются убедить друг друга в Зейнеп, Чингис звонит Синану. Он говорит, что он Зейнеп. Синан очень зол. Он спрашивает, чего он хочет для Зейнеп. Что касается Чингиза, то он ничего не хочет взамен Зейнеп. Он просто хочет, чтобы с ними обоими случилось что-то плохое. Кахиди также сообщили, что Зейнеп нет рядом. Всем грустно. Пока Синан работает с полицией, чтобы найти Зейнеп, Генюль пытается найти что-нибудь для Билкис. Его вызывают для дачи показаний по поводу похищения в Шуле. Таким образом, Турна тоже узнала о ситуации. Турна очень расстроена этой ситуацией и обращается за помощью к Кахидесу. Задержанная Зейнеп слишком проницательна, чтобы легко сдаться Чингизу. Но со временем сопротивление Зейнеп уменьшается, поскольку Чингиз оказывает на нее давление. Когда Зейнеп узнает настоящую цель Чингиза, она начинает бояться. Цель Чингиза – покончить с собой на глазах у Зейнеп, заставив Синана прийти. После этого он убьет Синана. Видя, насколько решителен Чингиз, Зейнеп начинает пугаться еще больше. Кроме того, перед лицом красоты Зейнеп Чингиз обратился к разным тенденциям. Желая разозлить Синана, Чингиз отправляет Синану тревожную фотографию Зейнеп. Синан сходит с ума, но он видит, что благодаря этой картине они смогут добраться до Чингиза. Синан также мобилизует полицию. В конце концов, телефон Чингиза удалось найти. Синан и полиция немедленно готовятся к операции. Как только Чингиз приблизился к Зейнеп, они провели обыск по следу, идущему от телефона. Однако здесь Синана ждет неприятный сюрприз. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив. Может, в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах. Он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой. В компанию приходит мать Сарпа Перихан. Джан очень старается не видеть Лейлу. Перихан, пришедшая навестить Аслыхан, приглашает их к себе на ужин в тот же вечер. Хотя он готовит что-то из каждого региона, чтобы меню было разнообразным, на десерт он настаивает на выпечке «Лас». Она идет в пекарню Халила, не зная, что он отец Лейлы, потому что слышала, что это лучшая пекарня в Стамбуле. Брат Мелиссы понимает, что Арди нравится Лейла, и говорит ему об этом. Чтобы привлечь Лейлу, он советует ей сохранить хорошие отношения с ее лучшей подругой Седой. Перихан, отец Мелиссы Бюлент, проникает в сознание своей девушки Ясемин и предлагает ей родить ребенка. Ясемин также рассказывает Бюленту, мужчина в замешательстве, телефон Сарпа весь день выключен. Она считает это работой, но Мелисса все еще задается вопросом. Ужин начинается в доме матери Перихана. Все там. Сарп немного опоздал. Во время трапезы между матерями происходят небольшие драки из-за свадебного меню. В тот момент, когда Мелисса почти видит фотографии себя и Лейлы в комнате Сарпа, приходит ее парень. Халил готовит выпечку на ужин. Сарп убегает в последний момент незамеченным. Сарп идет в дом Лейлы, чтобы поговорить с ней. Девушка думает, что он Адам, и поливает его мукой. Сарп заставляет его сесть в машину. Когда они спорят, Лейла уходит. Когда Сарп случайно ударил девушку, у него пошла кровь из колена. Берут ватную настойку йода и делают повязку. Он просит ее передать свадебную работу кому-нибудь другому. На следующий день, когда Аслыхан нет в компании, Сарп, Мелисса и Лейла отправляются искать место для свадьбы. Мелиссе не нравится это место. Он случайно споткнулся на пятке и упал в бассейн. Сарп толкает Лейлу. Несмотря на то, что Лейла теряет кольцо, Сарп гарантирует, что оно будет найдено. Когда они идут в компанию, Сарп идет к госпоже Аслыхан и говорит ей, что не хочет, чтобы Лейла проводила его свадьбу.
Госпожа Аслыхан предупреждает Лейлу. Лейла начинает спорить с Сарпом, который злится на него за то, что он жалуется на нее, в комнате над его офисом. Поскольку Лейла весь день ничего не ела, у нее падает давление, и она теряет сознание. Сарп переносит ее на кровать рядом с собой. Пытаясь разбудить девочку, Мелисса зовет ее и приходит туда. Пути Лейлы и Сарпа пересекаются. Лейлу бросил мужчина, которого она любила, 5 лет назад в день свадьбы, не сказав ни слова. Сейчас он работает старшим менеджером в компании по организации свадеб. Ее начальник Аслыхан доволен Лейлой и просит ее организовать свадьбу единственной дочери. Он говорит, что после этой свадьбы его мать заменит сына Арда, а Арду заменит Лейла. Лейла очень довольна этой акцией. Пока Сарп жил в Лондоне, он вернулся в Стамбул, чтобы жениться и стать владельцем отеля. Он делает романтическое предложение руки и сердца своей девушке Мелиссе в сопровождении единственного камня. Семьи празднуют приезд Сарпа. На следующий день Сарп идет на работу в отель, где работает Лейла. Тесть предлагает ему в будущем возглавить компанию, но детей он не хочет. Затем он играет матч со своей девушкой, братом и зятем. На следующий день Лейла идет в дом своего босса Аслыхана и рассказывает своей дочери Мелиссе о свадьбе. Мать его дочери, Мирал, он насильно ведет ее в баню и тайно раскрывает. Он просит ее познакомиться с его другом детства Адамом, но девушка не хочет. На следующий день проходит встреча выпускников университета, где вместе учились Лейла и Сарп. Они встречаются там. Лейла не выдержала и ушла, но потом не смогла не попытаться найти его в отеле. Сарп нервничает, потому что Мелисса тоже здесь. Девушка просит объяснений, но мужчина не объясняет, говоря, что теперь все в прошлом. Сарп тоже расстроен, хотя девушке этого не показывает. Пока у нее проблемы с братом Джаном, девушка разговаривает со своей подругой Седой, в которой видит сестру. Лейла опаздывает на работу, потому что пила всю ночь. Утром он встретит человека, за которого Мелисса выйдет замуж. Сарп и Лейла потрясены, когда встречаются на первой официальной свадебной встрече. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив. Может, в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах. Он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой.